Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Блицкриг России в Северодонецке провалился. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью Deutsche Welle. Украинская армия по-прежнему контролирует завод «Азот». Там укрывается большое количество мирных жителей. И ситуация с «Азовсталью» может повториться. Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат. Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения. В Лисичанске за прошлые сутки погибли трое местных жителей, в том числе 6-летний ребенок. 500 человек укрываются на химическом заводе «Азот». Люди прячутся в бункерах от массированных обстрелов фашистов. Среди них около 40 детей. Однако полноценную эвакуацию провести невозможно, сообщают местные власти. Единственный вариант выхода из города – пройти пешком по уцелевшему мосту. Автобусы там проехать не смогут. Это очень опасно, поэтому такой вариант даже не рассматривают. Напомню, оккупанты уничтожили уже 2 из 3 мостов, ведущих из города. Не получается вывести людей централизованно. Там так и продолжает оставаться до 500 человек и около 40 детей. Обстрелы очень сильно увеличиваются в разы и все большим калибром обстреливают, все больше разрушений там. Ну, мы пытаемся с помощью Ирины Верещук, вице-премьера, пытаемся договориться, чтобы сделали коридор, пока безуспешно, но тем не менее, ну, будем надеяться, что нам это удастся сделать. На Азоте не такие сильные и большие укрепления, как на Азовстале в Мариуполе. Ну, поэтому нам нужно вывести людей обязательно. Ранее они категорически отказывались выезжать. Фашисты угнали из Мариуполя уже 3-е судно с металлом в Ростов, сообщает советник мэра Петр Андрющенко. А французские журналисты показали огромную братскую могилу в окрестностях города. Только на одной стороне кладбища насчитали более 3000 новых могил. На большинстве захоронений вместо имени и фамилии только номер, написанный фломастером. Украина уже освобождала Мариуполь от оккупантов. Ровно 8 лет назад украинские защитники зачистили город от пророссийских боевиков. После захвата Крыма террористы пытались дестабилизировать ситуацию в городе. Однако поддержки жителей не имели и благодаря операции «Сила ТО» были выброшены из порта. Мариуполь тогда стал вторым освобожденным от фашистов городом после Лимана. Теперь оккупанты превратили его в пепелище, а людей поставили на грань выживания. Ой, Господи! Зато покрасили название в триколор и переименовали Площадь Свободы в Площадь Ленина. Если хватит говна и палок, переименуют в Советский Жданов. Хотя сделать из МЖ будет тяжеловато. От создателей «Мальчиков в трусиках» и угроз превратить США в ядерный пепел. Новый хит геев ВСУ. Кажется, Киселев решил напомнить, что он не теряет сноровку и вылил в уши зрителей новую порцию отборного дерьма. Вот она, глубокая аналитика, которую заслужили россияне. А самое главное, очень правдивая. Вот вам боевой педераст. Роту уже прозвали «голубая устрица». Ротный против воли бойца вжарил ему под хвост. Задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор. Мы все-таки говорим о профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о «People have it», то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошлее, еще голее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил «People» будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. Боевой педераст. Вопрос из западной повестки. Вот Йенс Столтенберг накануне заявил, что
Наступление мира зависит от того, сколько Киев будет готов уступить Москве. Я процитирую: вопрос в том, сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. Ну, за всеми этими красноречивыми словами все-таки скрывается то, что Йенс Столтенберг фактически предлагает уступить, видимо, уже оккупированные территории России. И таким образом, может быть, надеяться на то, что мир наступит скорее. Насколько это для вас адекватная позиция? И насколько вообще Украина, правда, готова пожертвовать своими территориями ради мира? Это нереалистичный абсолютно сценарий. Это первое. Второе, мне кажется, что Столтенберг имел в виду немножко другое. Все-таки, мне кажется, столь прямолинейно говорить о том, что какая-то страна, суверенное государство, должна другой стране, агрессору, который проводит объемную военную кампанию, нарушая при этом правила и обычаи ведения войны, совершая многочисленные военные преступления, мне кажется, что это абсолютно обнуляет концепцию свободной Европы как таковой, потому что ненаказанное зло всегда порождает еще больший объем зла. Наконец, третье. Любая территориальная уступка, а мы это видим по 2014-2015 году, приводит к эскалации конфликта. То есть мы уступим еще немножко территории, это значит, что Россия, которая не понесет, смотрите, Россия как не проигравшая страна, она же не будет нести ответственность за преступление, она не будет нести ответственность за инициацию войны. И, соответственно, она поймет, что можно дальше эскалировать конфликт, потому что ненаказанное будет зло. И, соответственно, они через какое-то время, поднакопив ресурсы, поднакопив технику, совершив работу над ошибками, поняв, как нужно воевать в современных условиях, а не там говорить, что мы вторая армия мира, да, то есть они пойдут дальше. Они предложат захватить еще кусочек территории. И то есть мы каждый раз должны будем отказываться от части территории, это нонсенс. И есть четвертый аспект, важнейший аспект для Украины. Смотрите, любая сегодняшняя линия разделения и любая территориальная уступка России, она вымоет с Украины, первое, жителей, второе, инвесторов, третье, экономику. То есть никто не пойдет инвестировать деньги, например, в центральную Украину, в тот же Харьков, в Николаев, в Днепр, да, потому что там в любой момент могут возобновиться боевые действия. То есть мы изначально должны будем признать, что Украина страна банкрота. Зачем нам это? Мы, короче, решение очень простое. Никакой территориальной уступки быть не может в принципе, потому что после этого не наступит мир. Российская Федерация не играет в мир, она играет в постоянную бесконечную войну. Второе. Никакая территориальная уступка невозможна, потому что иначе это обнулит экономику Украины. Это бессмысленно. Третье. Никакая территориальная уступка не готова, потому что это спровоцирует гигантский миграционный кризис. То есть наши люди откажутся возвращаться в свою страну. Они будут неприкаянными бродить по миру. Зачем это нужно Украине и зачем это нужно Европе? Если есть простое решение, объем оружия паритетный, дайте, он у вас есть. Мы, соответственно, не накапливали такой объем, который есть в Российской Федерации. Зато, получив паритетный объем оружия, мы сможем спокойно деблокировать свои территории. И не надо будет думать о том, что через год, через два война возобновится. Очень простые и эффективные решения.